Да. Вы тоже можете снять, я скажу почему. Как бы я не впрямую связан с Чернобылем, я косвенно с ним связан. Потому что я узнал, что с нашей Кемеровской области, туда Чернобыль, успели вывести 30 тысяч тонн циолита нашего местного для обеззараживания. Другое дело, что я оказался связан с Новосибирском. Успеваете, да? Хорошо. Так вот, Новосибирск после 30-летних испытаний изготовил из циолита специального, добытого в Читинской области, препарат, который может удалять все радиоактивные заражения, даже длительное нахождение в человеке. И когда я начинаю об этом с людьми говорить, да ну не правда, ты нам лапши на уши навешаешь. Я не лапши на уши навешу. Я был в Новосибирске, получил там соответствующее образование. Даже заключено там специальные списки специалистов, которые имеют право это говорить. И мне это говорит, что я якобы вру. Это вопрос такой практически. Зачем я прихожу и вру? Я говорю правду, а если правда, то почему и трудно воспользоваться? Мне говорят, ты должен начальство. Я говорю, начальство мне уже ответило, наш мэр города. Пускай применяет тот, кому это надо. Есть таких много, но они почему-то ждут приказания сверху. Зачем? Зачем дать приказания сверху? Вот хотите вы жить, живите. Но для этого, пожалуйста, применяйте циолит, который удивительным образом улучшает здоровье человека настолько, что потом даже отдаляется возможность применения лекарств. То есть не отменяет их, они просто становятся не нужны. Почему это не хотят никто ни знать, ни слушать, ни применять? Ну не хотят. Я вот за 20 лет еще ни раз не видел, чтобы мэр присутствовал здесь на наших собраниях, например. Ой, то, что мэр, у него там свои заботы, предпочтения, приоритеты и так далее. Я про это говорю. То, что я по своему поводу обращался к нему в свое время, получил официальный ответ. Это мы не будем делать, это пусть поменяет тот, у кого есть такая потребность. То есть как бы не отрицал, но и не помогать не стал. А я сегодня это знаю, потому что я получил соответствующее образование в Новосибирске. Второе, я получил знания официальные, да? Другое дело, что каждый человек имеет право знать о себе и что-то делать для себя, не ожидая, пока ему кто-то сверху прикажет. Он почему-то либо боится, либо считает, да ну неправда. Понимаете, в каждом человеке действуют законы биологии, которые едины для всего мира. Не только Домопринятского, для всего мира. Это вы четко понимаете, да? Законы биологии. Все понятно. Так вот, если, допустим, радиация каждого из них схватила, меня, может быть, не схватила, потому что там не был, но я познакомился с этим делом, почему я не могу об этом всем сказать? Да, правда, что? Жалко, что ли? Ну я же могу об этом сказать. Могу. Естественно. Если я могу сказать, то почему меня первый не то, что не слушает, да ты опять пришел этот лапши на уши. Какого лапши на уши, ребята? Эта информация 100% верена. Мало того, моя фамилия числится в Новосибирске в числе специалистов, которые имеют право об этом говорить. Это что, тоже вранье? Нет, это не вранье, это правда. Значит, она кому-то не нужна? Кому это кому? Вот здешним людям или кому-то, кто хочет ее запретить? Кому? Скорее всего, кто хочет запретить. Хорошо, возникает вопрос, а почему они хотят запретить? Почему? А это вот к ним вопрос, а не ко мне. Это называется уже понять, в каком мире мы живем. А тут так уже понятно. Не понял. А что-то непонятно. Не, ну вы скажите прямое слово. Понятно что? То, что мне пока непонятно. Понятно то, что мы живем в таком мире, в котором... Все продается, все покупается, что ли? Конечно, продается, покупается. Хорошо. Вот эта информация, которую я даю, я ее продаю или даю? Вы ее даете. Хорошо. Но это вы не все же такие, как вы. Ах, вон в чем дело. То есть из-за того, что не все такие, как я, поэтому всем остальным и мне тоже можно система. Не доверять. Система. Почему я вам верю даже 100%? Я не собираюсь ломать систему, понимаете? Ну, все тогда. Я ищу людей, которые могут хотя бы взять эту информацию и применить для себя и, возможно, передать дальше. Хорошо, я ее... Вот сколько есть, что записано, я вы ее Вы мой всю, телефон записали? Я ее выложу всю. Мой телефон записали? Нет. Запишите, пожалуйста. Говорите. 8-905. Говорите дальше. 900 ровно. 17-19, Виктор Васильевич Зайцев. Мне, понимаете, знание уникальное. Я был в 2012 году делегатом от Кемеровской области, от всех 3 миллионов в Москве по этой теме. Это уникально. Мне вот так раз дали 7 тысяч, иди, говорит, там еще свои добавишь, побудешь. Там, я, это, вот, блин, 3 миллиона, да, я там представил, делегировал. Там за мной 3 миллиона, которых я не знал и об этом никогда не узнаю. Ну, говорит, ты иди, ты сможешь. Хорошо, я узнал. А дальше как? Я ведь хочу свои знания кому-то передать. А мне говорят, а как? Да кто это доказал? Факт такой, что мою делегацию от Кемеровской области никто не отменил. Оно есть, оно у меня память есть, оно на всю жизнь осталось, понимаете как. И то, что я узнал, допустим, вам говорю про циолит литовид, оно есть тоже. И кто здесь будет мешать? Кто? Вы говорите, кто-то мешает, кому-то мешает. По большому счету, здоровье – это личная собственность каждого человека. Правильно? Совершенно верно. Так вот, защищать его доступным образом
может каждый человек, Другое дело, хочет ли, может ли, верит ли, это уже не от меня зависит. Я знаю, что я в это не просто верю, я знаю, уверен. Точно же таблица умножения. Если вы однажды выучили, вы будете говорить так, как написано в школе, понимаете? Здесь уже... дважды два – четыре. Да, 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 понимаете как? Поэтому здесь я уже ни капельки, никак не, скажем, не сомневаюсь, что это так. Другое дело, что это должно сложиться с тем мнением, поведением человека, которому я это расскажу. Вот, допустим, с вами, да? Как сделать так, чтобы эта информация стала реальной и действующей у всех, для всех? Я даже здесь, на Кузнецке, познакомился с двумя людьми, которые конкретно в свое время, начиная где-то с 76 по 80, даже в рост, 86 по 92 год, изучали действие этого цолита нашего, кемеровского, точнее, называется цолит, пегасский цолит. Изучал. У нас на Кутузова 43 есть такой институт гигиены профзаболеваний. Был такой Олещенко Анатолий Михайлович, который вот буквально недавно умер. А он мне при встрече 3 года назад рассказывал. Да, говорит, они изучали его там, примерно, как он прочищает воду, как очищает человека и так далее. Но, к сожалению, этот цеолит наш кемеровский для изготовления человеческого продукта не пошел. Его применяли при земледелии, при кормлении животных, но для человека он не пошел. Почему? Потому что нужны были очень высокие требования к его качеству, очень высокие требования. И когда, наконец-таки, все сведения по поводу таких цолитов попали в Новосибирск, а туда попало 10 информаций, это Западная Белоруссия, это Грузия, это наша Кемеровская область, это Хакасия, это Якутия, это Хольдинская Мазовия и даже Камчатка. Туда все попало, в Новосибирск. И когда в результате всего этого сравнения, наконец-таки, была создана в Новосибирске в 1991 году научно-производственная фирма «МОВ» во главе с бывшим главным геологом России СССР Бугатовым Василием Ивановичем, они там до конца разработали, изучили, но за основу взяли не наш цеолит, а цель, который добывается до сих пор за Читой. Из него сделали препарат, который может у человека удалить все вредные вещества, в том числе радиоактивные, и поднять его здоровье настолько, что потом ему, в общем-то, лекарства не потребуются. Или даже если потребуются, то значительно меньше количества. А у нас, говорят, радионуклиды и все прочее надо удалять водкой. А водку продавать можно. Нет, давайте так, вот, ради водки они так могут. А это может нормальным биологическим образом. Причем, понимаете, когда этот цеолит там в Новосибирске изучали, причем не наш кемеровский, а тот холевский месторождение, там выяснили, что цеолиты бывают разные. Бывают даже вредные. Бывает полезный как-то. И вот тут нашли целый нормальный цеолит, да, и выяснили, что он может все радиоактивные вещества удалять, причем по определенной методике, там нужно хотя бы в год 3-4 раза потреблять его и так далее. Но это все написано, у меня в книжечке написано, допустим, есть, да. Другое дело, почему это никто не применяет, или применяет, но очень мало. Потому что у нас сегодня, знаете, сказал такую странную фразу, у людей скрытое рабство. Это правильно, нет? Правильно. Почему? Я согласен почему? С этим. Почему? А потому что все всего боятся. А, знаете, рабство вообще понятие социальное, или как сказать, социологическое, оно родилось еще в России у нас давно, несколько веков назад. И даже когда его формально как бы отменили в 1861 году, оно, в принципе, продолжается и в советское время. И сейчас оно тоже продолжает, так называемое скрытое. То есть, когда человек боится высказать свое собственное мнение, говорит, вот как все, так и я. Я говорю, давайте так думать для себя, хотя потому, что вы имеете право это думать и делать. С цеолитом то же самое, понимаете? Вот я с Машковым разговаривал уже несколько раз, Машков. Я его знаю, у меня даже телефон есть. Только, понимаете, разговор ни о чем. Он каждый раз поговорил и сразу отталкивает. Нет, нет, я честно просто говорить не буду. Просто не буду и все, не важно о чем. Он не хочет мне ни соглашаться, ни спорить. Он просто уходит в сторону. Вот эта информация для вас лично интересна? Да, интересно, я ее специально выложу, прям отдельно. Куда вы выложите? В интернет. В интернет? Да, на свой канал Анатолий Масалов. Ага.